Предыдущий ролик настолько вам понравился, что вы потребовали продолжения. Я готов вам рассказать, как избавиться от рекламы. Для этого зайдите в меню телефона и найдите пункт «Безопасность». Сразу спуститесь вниз и найдите пункт «Передача данных». В передаче данных вы найдете такой пункт, который называется «Сетевые подключения». Он-то нам и нужен. Здесь нужно всем запретить приложениям, которые у вас находятся, и решить, на какой сим-карте будет интернет подключаться. То есть вернитесь вверх, и здесь у вас будет пункт Wi-Fi. Отключите Wi-Fi, чтобы не работали приложения в фоне. Также рекомендую нажать на вот эти вот три точки, и здесь фоновое подключение. И убедитесь в том, что у вас фоновые подключения все отключены, потому что если они будут включены, то будут сосаться ваши вот все данные на телефоне. Дальше рекомендую следующий пункт, что сделать, это зайти в настройки телефона и найти такой пункт, который называется автозапуск. Лучше всего воспользоваться поиском, чтобы долго не искать, переходите на русский вот так вот язык и напишите автозапуск. Вот так вот. И здесь будет автозапуск. Убедитесь, что все приложения тоже у вас выключены и автоматически не будут работать в фоне и включаться. В правом верхнем углу опять нажмите три точки и здесь показать системное приложение. Здесь откроются и камеры, и другие приложения, которые будут работать постоянно в фоновом процессе и тратить ваш заряд. Надеюсь, видео станет вам полезным.